Друзья, всем добрый вечер, дорогие друзья. Вот наш барханчик, значит, ужинает. Каша у нас закончилась сегодня, но у барханчика есть в запасе его корм, значит. И вот он кушает корм. Что скажешь, когда бархан доволен? Он очень доволен, потому что он даже специальная, как тебе сказать, для корма специальная подставка для чашки. Мощная подставка, да? Нет, ведро-то я хотел выкинуть, оно уже продырявилось в пару местах. Я его хотел выбросить, но что совершенно случайно, значит, его чашку положил, значит, в это ведро. Смотрю, подходит, думаю, ну, пускай будет, значит, подставка. Пока мы ему не купили новую, как бы, подставку. И вот ему вот из ведра пока сделали. А что, хорошо получилось, такое временно, но хорошо. Нет, бархан не должен нагинаться к своей. Что скажешь, бархан? Ну, бархан тоже вот доволен сам, видишь. Молодец, дружище. А хвостиков-то нету, ребята, вы обратили внимание? Хвостиков всех выпустил на улицу. Рыжуля осталась, Вика осталась, а все на улице. Миша, Ива, Лада, Вьюга, Марта, они все гуляют на улице. Ну, Персик, конечно, лежит у себя. Бархан тоже, значит, на защите территории, значит, на защите корма. А всех остальных, значит, выпустил на улицу. Пусть они порезвятся, побегают. Михалыч уже ночью можно бывает, значит, на улицу, потому что уже в это время курочки спят соседские, петушочки, там, уточки все спят. Так что как-то так, друзья. А бархан сейчас поужинает и пусть гуляет, пока все остальные на улице резвятся. Да, бархашка? Дружище. Хороший мальчик. Давай, дед Бархан. Слушай, сколько у тебя, значит, имен? Дед Бархан, Бархаша, просто Бархан, Малыш, Малыш Бархан. Персик, подожди чуть. Персик там тоже трапезничает. Мы ему положили покушать, он тоже трапезничает. Ага, слышит нас, слышит и возмущается. А Вика, он крутится. Красавчик. Так, ну ты давай кушай, мой друг, а я пойду посмотрю, с коллегом сходим, пойдем посмотрим на улице, что там, где наши все. Так, наших пока не видно. Где-то, значит, гуляют. Марта! Точно, Марта. Что, дружище? Гуляешь, да? С Хедегом гуляет. Ой, ты молодец. Ой, ты буточка. Ну, что расскажешь? Как, сдружились, да? Сдружились с Хедегом. Молодцы, молодцы. Что ты хочешь? Идем к Хедегу. Иди к нему. Иди, идешь к Хедегу? Ну, дружочек он, дружочек. Так, Рыжуль, ты сама не захотела гулять. Вот сиди, да? Сиди дома, вот с Викулей. Ага. Тем более он тебе, что главное, он Бархаш рядом гуляет. Где он? Вот Бархаш. Так, кто там пришел, Бархаш? Пойдем посмотрим. Там кто-то из наших, по-моему, вернулся. Марта, давай, заходи. Заходи. Ага, Марта пока пришла. Тебе нельзя туда, нельзя. Ты еще маленький там гуляет, да. Вот чуть-чуть станешь крепче, посильнее, поувереннее, тогда уже туда. А, что, белокурые девчонки там, да? Ушли? Ты за ними хочешь? Пойди, мой хвостик, пока нельзя. Вон, видишь, Хедек тоже пока возмущается. Нельзя, говорит, ему пока рано. Он еще маленький. Марта! Жуть, что где спряталась? Где остальные, Марта? Сама пришла, всех оставила. У меня вся надежда, вся моя надежда бывает на Марту. Что Марта всех проконтролирует. Она сама взяла и прибежала, всех оставила. Вот Бархан, видите, решил пойти и узнать, где все. Ну, Бархашкин. Ну, что такое? Ну, что, заинька? А? Что, дружок? Хороший. Да, там они, там все. Ива там, и Миша, и Лада с Югой. Только Марта пришла.
Ну ты не переживай, Барханчик, они так часто гуляют же. Придут, часто набегаются и придут. Что ты? Все будет нормально. Ага, пошел. Так, котеночек, а ты где кушаешь? Еда здесь? Чё ты все время прячешься? А, вот ты где. Ты что думаешь, мы тебя не найдем? А? Морда. Ой, ты морда. Ага. Весь паштете. Ай, морда, морда. Бархан, нельзя сюда, Бархан. Нельзя сюда, нельзя, морда, нельзя сюда. Дай я закрою, Бархан. Я нельзя туда, закрывай дверь. Закрывай. Барханчик, туда нельзя, там котенок. Ой, ой, красавчик. Красавчик, Вакин. Ой, хрен, надо тут лекарство же надо вечернее дать этому как его, котенку. Сейчас дадим. Бархаш, давай не мешай, нам надо сейчас лекарство дать. Слушайте, ребят, и котят он тоже походу любит. Вы видите, что делается? Теперь все. Ага. Слушайте, если Бархан встанет на задние лапки, он может даже до крыши достать. Представляете? Мощный парень, я вам хочу сказать. Так, Бархан, отходи, а мы сейчас лекарство дадим. Ты завел уже, да, белокурых девчонок? Так, белокурые пришли. Марта здесь у нас, да? Так, у нас кто остался? Миша и Ива остались на улице. Надо дождаться Михалыча и Иву. Помощник мой. Ой, 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 Рыжуль. Ну ладно, все хорошо. Все замечательно. Так, сейчас дождемся еще двух рыжиков. Мой мальчик. Ребят, мы чуть-чуть позанимались с персиком. Такая у нас была вечерняя разминочка, да? Вечерняя. Вот так уже лапка. Вот, да, лапка. Вот она. Папа с мамой и массажик сделали. Так что так, теперь он может спокойно пойти поспать, да? О, мой друг. Он любит вот так у меня на ручках сидеть. Когда мы позанимаемся, потом я его беру на ручки. И он с этого кайфует. Скажи всем привет. Привет, всем друзьям. Привет, друзья, скажи. А я скажу, занимаюсь. Да, у него получается. Он такой старательный пациент, друзья. Он так и старается. Наши старания пройдут нельзя, друзья. Как дедушка, да? Дедушка, да, тоже стремился. Стремился, и мы, ребят, с вами уже договорились. Так как только он побежит, мы с Иночкой принимаем подарки. Вы уже сказали, что подарки будут. Так, Ин, я этого хлопну на место. Пойдем покричим на улице, поищем наших рыжиков. Побежали. Побежали.